Мы находимся в процессе, наши претензии, они объективны, и те требования и нарушения норм закона, о которых мы говорили, сегодня находят подтверждение. Поэтому все находится в процессе работы, но я еще раз говорю, когда Министерство худо-права высказывает претензии, то они являются обоснованные, и практика, которую мы с вами видим, всегда показывает, что мы умеем доводить начатые дела до конца в рамках правового поля.